субботу. Какой же русский не любит быстрой езды? Старший инспектор, капитан Вуз, куда спешим? Ну, это все, что есть. А какой гаишник не любит взяток и легких денег? Я видела телевизор, что менты и гаишники берут взяток. Может, ты хочешь быть интересным, ты потом зарабатывать, понятно? Нужно быть осторожным, ведь на каждом шагу тебя ждет подвох. Пока я столько всего не достаточно, мы первый раз. И всегда с нуля начать. Слышите, я должен знать, кто ему помогал. Коллеги, кто ты хотел привести? Вы нам всю операцию взорвали. Вместе мы сможем нам с тобой на прийти. Жизнь гаишника не так проста, как кажется на первый взгляд. Встречная полоса. В субботу на ТВ-РУС.